Сегодня 12 апреля. Россия и весь мир отмечают День космонавтики. Мы, россияне, особенно гордимся этим днем. Ведь в этот день полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин. Он открыл человечеству дорогу к звездам. В честь Дня космонавтики по всей стране проходит всероссийская акция «Волонтерский космический забег», которая популяризирует здоровый образ жизни и, конечно, российскую космонавтику. Здоровый образ жизни помогает держать себя в форме и, наконец, ощутить внутреннюю гармонию. Для нас, космонавтов, это очень важно. Отличная подготовка и самочувствие – залог космического успеха. Поэтому мы с особым удовольствием поддерживаем ваш забег. Очень важно, что эта акция также способствует развитию добровольческой деятельности. Активисты из разных уголков России доказывают – волонтерство – это важно. За волонтерами идут. С волонтеров берут пример. Продолжайте оставаться такими же активными. Привлекайте к вашему движению друзей и знакомых. Желаю вам удачи и побед. Подними голову, и звезды станут ближе. Борт инженер 51-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Новицкий.